Я абсолютно ничего не знаю про эту игру. Я не стал даже лор читать по поводу того, чего да как. Я знаю, что это Supermassive Games, те, которые Until Dawn делали, те, которые, ну, все остальные подобные игры делали, типа квадрология этих, Dark Picture. Да, короче, все они. Не хотел себе спойлерить ничего, поэтому не стал ничего читать по этой игре, поэтому сейчас вот прям вообще новое все будет. Продолжить. У меня же нет сохранений, я же не включал игру. Волчистая. Wolf Pack. Rabbit Hole. Новая игра. Ой, ой, Дэвид Аркет. Окей. Дэвид Аркет. Нормальное начало. До свидания тебе, музон. Лэнс Хендриксон. Ёпт. Тед Рэйми! Вот эта компашка собирается. Брат Сэма Рэйми. Тот актер, который играл в «Зловещих мертвецах» в третьей части в конце, которому он историю всю эту рассказывал. Но он не только там играл, он в каждой части играл. Джастис Смит, что-то знакомое. Там музыка играет, я лучше не буду ее включать, а то без звука останемся. Ту-ру-ту. Атмосфера шикарная просто. О нет, это что, зловещие мертвецы? Давай музыку-то эту вот туши нахер. Туши нахер эту музыку, пожалуйста. Спасибо. Зачем вырубила? Сам знаешь. Что-то не уверен. Начинается на П. Пиздец. Слово на П. Пиздец. Порнуха? Нет, Макс, потерялись. Нет, мы слегка сбились с пути. То есть я права. Это спорно. Как они смеют в такой игре говорить такие вещи? Совет номер один. Интерактивные события. О, боже. Ознакомьтесь с этими советами. Они помогут вам справиться с любыми неожиданностями, с которыми вы можете столкнуться в лагере Hackett's Quarry. Благодаря Quick Time Events или QTE, вы сможете вовремя среагировать на происходящее. Учтите. В Hackett's Quarry бывает опасно. Не забывайте смотреть по сторонам. Hackett's Quarry. Стоит расслабиться, и случится несчастье. Вы сами выбираете свой путь. Но это не значит, что на нем не будет преград. Берегись! Да, детка, ловко ты. Я вообще не понял, что нужно было нажимать. Кружок. Спасибо. Или вверх? Чем дальше, тем хуже тут дороги. Это все подготовка к жизни в летнем лагере. О, точно. Нет. Вот куда мы едем. О, нет! Миль, как пытаюсь вспомнить. 200 миль, говоришь? Субтитры не слишком большие вам. А то я тыкнул. Знаешь, это не страшно. Я не буду о тебе ху. Ху, да-да-да. Я не буду о тебе ху. Давай я поменьше их сделаю. Средние? Обычные тогда давай, чё? Думать. Если б Колумб не заблудился и не приплыл к этим берегам, Соединенных Штатов не было бы. Это пока Дмитрий. Хот-доги, пока яблочный пирог.
Колумб не высаживался в Северной Америке. Ты о чем это? Он был уверен, что он в Азии. Реально? Еще один парень, который не захотел признать поражение. Еще один парень, в честь которого целый праздник назвали. Подумай об этом на досуге. О, боже, просто довези нас до лагеря, окей? А то я устала глаза закатывать. Я в процессе, в процессе. Вуаля! Что это? Да-да. Серьезно? Что не так с нормальной картой? Это нормальная карта. А в смартфоне? Не ловит. Конечно же. Так, сейчас... Значит, мы... На карте нет летних лагерей. А указателя не было? Ты спишь, что ли? Эй, на дорогу смотри! Хо! Что там был-то, вообще не понял. А! Это чего? Я не понял, курок надо нажимать? Или не нужно? Там голова была на заднем сиденье. Ты цела? Да, да. Ну, более-менее. Боже, что это было вообще? That's good pace. Медведь? Что? Нет, Макс, это был не медведь. А что? Вроде человек. Лора, ты серьезно? Вы человека сбили? Не знаю. Вы сбили его? Он был прямо перед нами, прям совсем близко, но, может, не сбили. Не знаю. Мне кажется, они объехали его, нет? Что там? Тачка в хламину. Ну, может, все не так уж и плохо? Ну... Надо проверить перед тем, как пытаться ее завести. Кто первый уйдет? Она или он? Я уверен, что они оба уйдут. Так или иначе. Но кто уйдет первым, вот в чем вопрос. Он? Ну а как же геройство? Типа, она, он ее спасать полезет, а потом и его. Я просто сомневаюсь, что она за ним в лес побежит, если его кто-то утащит. Можешь дать инструменты из багажника. Да, да, сейчас. Почему я слышу музыку из, из кошмара на улице Виадус? Покопаться? Это из университета отклонили. Тебе помочь? Да, если супер, можешь подсвети вот здесь. Супер рассеивающий какой-то свет. Сейчас. У фонарика. О, спасибо. Да угадаю, ну не двигаться. Просто представь себе, как ты свернулась калачиком у костра, напевая песню. Думаю, у костра обычно никто калачиком не сворачивается. Почему? Ну, чтобы не загореться. Тогда... Да что, чеховское ружье сейчас было? Где угодно, лишь бы не здесь. Наш Ставрон крошавица. Это Ставрончик. Здорово.
Что мы делаем-то? Я что-то... Зачем ты это опять пошла смотреть? Да ну это понятно. Просто отклонили и все. Игра, что ты хочешь от меня? Чтобы я свернулся калачиком? Покурить-то? Ты куда? Недалеко. Ты... Постой секунду, я почти все. Вообще ничего не знаю про эту игру. Иди лучше к нему. Боже, Макс, скорее! В чем дело? А вдруг там внизу кто-то есть? Серьезно? Да. Ты куда смотришь? Помочь нужно. Мы вроде никого не знаем. Ты на грудь смотришь? Нет, но я кого-то слышала. Женщину. Думаешь, это мы? Ты куда смотришь-то? В глаза смотри, ёпта. Я... PS5 гейминг. Только далеко не ходи, окей? Да. Осторожней. Да. Окей. Почему он смотрит вон туда? О, нет. Кутае. Чувствую, кутае. Да. Удачи с машиной. Ты куда? Что значит удачи с машиной? Чё? Ты куда, мать, пошла-то? Сука, жажда приключений у этих людей ебанутых. Вот серьезно, сиди ты, блядь, в машине, не выходи никуда. Ты, блядь, в лесу. Какие, блядь, демоны, какие привидения, какие бабки проклятые. Тут, блядь, звери водятся. Ты хочешь, чтобы у тебя волк ночью напал или чё, блядь? Ты такие вообще... Как Джагу. Ну давай, да, конечно, пойдем. Что, цирк? Плакат Харум Скарум. Фиша бродячего цирка. Похоже, когда-то давно ее забыли в лесу. Край как будто обгорели. Окей. Это что такое? Я не буду подходить к подозрительным вещам. Они вместе. Пописать можно и рядом. Какая женщина просто такая посреди ночи от своего парня уйдет? Единственного, кто ее может в лесу защитить, если вдруг что-то пойдет не так. А, я пойду. Такая, похуй вообще. А он тоже молодец, за ней не пошел. Хотя, зная подобные сюжеты, это, знаешь, это вот сейчас через минуту мы его встретим где-нибудь впереди, перед нами. Я нашел обход. Сундук иллюзиониста. Это эквилибрист-матершильник на колючей проволоке. Сундук, набитый странными приспособлениями. Может, это реквизит иллюзиониста? Он остался после бродячего цирка, который останавливался в этих краях. Ты все еще веришь, что он останавливался в этих краях? Они все еще в этих краях находятся. Я вот уже начинаю думать, что он все еще здесь, этот цирк. Как говорится, цирк уехал, клоуны остались.
Саундтрек здесь прям бомбезный. Это лоудинг был? Я домой. Если какая-то бабка в лесу уходит и кричит «Сайлас», я никуда не иду. Нет. Ну нахер. Отец. Сайлас. Ну ты видел? Видел? В героях Сайлас был? Или как по-другому? Был. В сериале герой. Судя. Ты вообще уже куда-то ушла, просто женщина. Вернись назад. Когда твой инстинкт самосохранения включится, дуреха. Она сейчас побежит, на него наткнется. Я тебе отвечаю. Мне показалось, я на полсекунды видел ее. Сзади. Валентина Николаевна, у меня выходной. Чего вы ко мне пристали? Где вы? Ты мой работодатель, да? Валентина Николаевна, не надо. У меня отпуск. Равносильно тому, что просто кто, ты идешь по лесу, короче, к тебе кто-нибудь подходит на ухо тебе. Вот так делает. И ты такой. Да, не нужно кружок нажимать. Хотел проверить, проверил. Странно, эти КТЕ выглядят по сравнению со старыми. Эй, тише, в чем дело? Что такое, как ты? Уезжай. Скажи, что случилось, ну же. Там что-то было. Как будто какие-то звуки со всех сторон. Он опять на группе пелится. Зай, успокойся, все в порядке. В лесу много всякого, животные, очень легко испугаться. Нет. Мы можем просто уехать. Да, 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 едем. Он персонаж PS2R, который не смотрит на лицо. Как? Да, завелась. Урчит, как котенок. Макс, скорей! Уже едем, поехали. Твою ж мать, давай, блядь, серьезно. Макс! Я же... Дай мне минуту, сейчас. Надо ехать, Макс! Лора, расслабься, ладно? Прекрати, я просто хочу свалить отсюда! Хватит уже! Черт, зая, прости, извини. Извини. Ничего, ничего. Как же узнаю? Ничего. В машине безопасно, все хорошо. А, ебать, мать твою! Бля, твою ж мать, я думал, у меня сердце лопнет. Привет, Тед. Опустите. А у шерифа играет здесь, лол. Доброго вам вечера. Кто-то из вас ранен? Тед Рэйми. Немного испугались. Брат Сэма Рэйми. Только без очков я его что-то не сразу узнал. Сэма Рэйми, знаете? Который «Зловещие мертвецы» снимал. Человек-паука старого. Расскажите, что случилось. Вот это брат его. Чего? Открыто? Что? Не понял. Ну... Ну... Что-то выскочило перед машиной, и чтобы не врезаться, мы свернули, и... Сами видите. Что-то выскочило? Извините, было очень темно, и все так быстро произошло, и она сбежала. Она? Вы кого-то сбили? Нет, боже, нет, конечно. Ну, то есть я так не думаю.
Не знаю. Не знаю. Сэр? Не глушите мотор. Сэр? Как он криповый посреди леса, просто шериф из ниоткуда нарисовался. Самый жуткий в мире коп. Не знаю, я других не видела. Никогда? А, да, я не преступник. Ладно. Ты знаешь, я тоже не преступник, но когда я по улице хожу, меня почему-то документы спрашивают. Может, это в бороде дело? Ну, побриться. Ну, нас буксируют. Класс. Эскорт. Ну что, может, расскажете? Какого черта вы делаете в такой глухомани посреди ночи? Управляемся. В летний лагерь Хекетсквори. Мы новые вожатые. Чего не на шее? Вы раньше срока. Нет, то есть, да. Ну, мы хотели приехать раньше и все осмотреть. Ну вот. Но мы их предупредили. Срока? Если честно, один из нас переоценил свои навыки навигации и заблудился. Чунши. Блин, какой-то стрёмный здесь. Вы не доберетесь до Хекет вскоре. Почему? Не сегодня. Отель Харбинджер. Он недалеко отсюда. Переночуйте там. А, спасибо, но думаю, мы все-таки поедем дальше. Опять же, мистер Хекет нас ждет, мы ему звонили. Нет, мэм, вы поедете в мотель Харбинджер. Вам все понятно? А, при всем уважении, а почему нам нельзя в Хекетсквори? Потому что я вам сказал ехать в мотель. Так, простите, я не понимаю, в чем дело. Мэм, выйдите из машины. Эй, что? Сэр, нет. Она ничего не сделала. Мэм, если вы выйдете из машины, я покажу вам на карте, как туда проехать. Я начинаю переживать за нее. Точно. Это мистер Некрай. Вы сидите там. Ничего, нормально, я выйду. Ладно. Так. Значит, мы... Примерно вот здесь. А мотель Харбинджер здесь. Так, а где вы сказали Хекетсквори? Ну, думаю, господа из мотеля Харбинджер вам все расскажут. Значит, кто знает? Каждый раз удивляюсь, у них вроде мокап хороший, но у них всегда лица такие каменные получаются, капец. Как будто их насильно заставляют, знаешь, проект не доделать и ну, выпустить его раньше времени. Вот здесь выглядит хорошо. Если не начать стиком водить в разные стороны. Но у него прям, смотри, на коже все складки видно. Прям хорошо выглядит. Но каждый раз, как ты из меню выходишь, лицо вот это исчезает. Все. Его нет. Мотель Харбинджер. Держитесь дороги. Так, а если там кто-нибудь есть? Я посмотрю. Удачи. Детройт гораздо качественней. И мне кажется, там больше финансирования было. Это во-первых. Во-вторых, Детройт делали не Supermassive Games. Детройт делала другая команда. Детройт делали эти... Quantic Dreams.
Ох, блин. И чего он там теперь сидит? Ждет, когда вы поедете в другую сторону. Скажу честно, этот мужик был капец какой стрёмный. Ему бы помыться раз 10 подряд. Вот это точно. А что это у него было на шее? Это кровь? Рад встрече. Да уж. Ладно, ну что, пора ехать дальше. Да. Думаю, на эту ночь с нас хватит лесных приключений. Думаешь? Точно, так где там мотель? Значит, мы здесь, а мотель здесь. Это Артём, это Арсений. Но мы едем сюда. Что там? Хэкетс Квори. Откуда знаешь? Да вот, выведала незаметно. Офигеть! Уверена, что не стоит поехать в мотель, как он посоветовал. Милый, ты правда хочешь последовать совету стрёмного копа, который встретил нас в стрёмном лесу и сказал ехать в стрёмный мотель? Нет, точно нет. Вот. Ну что, едем? Другое дело. Мэм? Боже мой, если бы он еще раз назвал меня мэм, я бы ему этот значок в жопу запихала. Ну, я разве похожа на мэм? Мне до мэм еще лет 20. Угу. Что? 20. А это щедро. Так. Ты станешь только горячее. Все, хорош. Это Фианур. Летний лагерь. Хачатквари. Я заранее. Да вы издеваетесь, тут никого нет. Нахера мы сюда перлись? Макс, а может осмотримся, прежде чем психовать? Так ты говорила с Хэккетом или оставила сообщение? А не пофиг ли? Нет, как видишь, не пофиг. Эй! Голосовые он не слушает. Ну я же не телепат. Связи нет. Они же в лесу. Нет, тут точно кто-то есть. Или это брошенная машина, и мы впустую да тратим время. Да кто тут будет бросать? Я в машину. Макс, скорей. Макс, не будь козлом. Не оставляй ее второй раз одну в лесу, пожалуйста. Блять, какой же... Тебя убили. Есть кто дома? Что за ракурс, как будто на нее сейчас спутник упадет. Ни хрена не видно. Ничего странного не было. Ты что, угораешь? Какую-то ведьму в лесу чуть не сбили. Ее голова была на заднем сиденье. Ничего странного не было. Ну, Кириллис привык к этому. У него каждый день такое происходит. Ты угораешь, играй, или чё? Чё? Реально входа нет, что ли, или чё? Может, в этой игре и нет ничего сверхъестественного. Такие игры самые страшные, в которых нет ничего сверхъестественного. Ты думаешь, что оно есть, а его нет. Не, ну здесь бабка какая-то. Ну, это вполне себе могут быть просто... Скажем так.
Ну, перенервничали внизу, в лесу. Такое бывает. Если долго смотреть в пустоту, можно что-то увидеть там, знаешь. То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. Великолепно. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Слоган лагеря. Раньше срока. Чего он имел в виду раньше срока? Ты что, в лагере кто-то убивает всех? Вы в субботу приехали? Вернее, это в четверг 12-е приехали. Поэтому вам Эй! Вы там живы? Сейчас вернусь, я за помощью! Макс! Макс, иди сюда! Что такое? Там кто-то вроде не может выбраться из бункера. Что? Это мистер Хэкет? Я не знаю. Принеси инструменты, сломаем замок. Эй, это я! Мы вас вытащим! Эй! Эй! Стоп, что это? Ты сказала инструменты. Так чего ты не принес? Там кто-то есть. Да что он должен был принести? Я никого не вижу. Уважаю, когда женщины так делают. Принеси инструмент, он приносит инструмент. Ты не то принес. Ну, блядь, ну скажи, какой инструмент тебе? Ну, чё ты? Ну, зачем ты так делаешь? Да смотрю я. Дай-ка мне. Обосратушки? Нет? Но там точно кто-то был. Ладно, ладно, так. Точно? Как в видео? Чё? Да, видос смотрела. Ух, мощь. Так работает? Да. Я начинаю думать, что мы с этими героями можем застрять здесь. Помнишь зловещих мертвецов? Да вспоминали уже сегодня. Закроется дверь. Сзади или нет? Единичку в чат, если вы думаете, что дверь закроется сзади. Это косульчик. Три единицы против одной. Это надо проверить. Вы целы? Вы есть? Вы есть? Что это за фраза? Эй, осторожно. Серьезно, чел? Чел? Почему она везде ходит? Что за... Yeah.
Nine. In. Лиан! Буква отвалился. Лиан! Собака. Слишком велик для собаки. И кто мог назвать собаку Яном? Кто угодно. Господи. Макс? Go, Max! Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Зая, может, это был опоссум? Да нет, тут точно кто-то был, я клянусь. Если ты сейчас сюда не подойдешь, она точно опоссум. Ночь была адской. Да? Прям по штанинам. Давай поедем в мотель, потом вернемся утром. Можем все тут осмотреть, но... Ты уже с ног валишься. Что за ракурс? Что за ракурс? Что за ракурс? Нам мерещится. Макс? Макс? Ммм, вкусничка! Макс! Кровь. Вот это поворот. Кровь. Лишь выбрал. Умрут оба. А, это выбор без выбора, окей. Она побежала, закрылась бы дверь, она бы его помогла, а их оба их убьют, да? Я хочу эту песню. Но я процентов на 90 уверен, что он неплохой персонаж. Он действительно хотел помочь. Просто они сделали так, будто бы он супер плохой. И супер подозрительный. Я за то, чтобы каждая игра Super Massive начиналась с этой песни. Every decision там, every move. Здравствуй, друг. Добро пожаловать. Старуха! Мы ведь друзья, правда? А-а-а! Я ждала тебя. Ждала, да. Apple, и я надеюсь, что наши беседы многое объяснят. Не волнуйся. А где бабуля? Я хочу помочь тебе. Считай меня проводником в мир тайн. Это волнительно,
и... Пугаешь. Это наш хост. Гай. Если не струсишь, если ты позволишь мне, я помогу тебе, а ты помоги мне. У тебя нет карт, так что я ничего не смогу показать. Присмотрись, карты ждут. Сперва помоги мне, затем мой черед. Звезда. Мы с тобой друзья. Вообще... Твои слова. Ищи лучше. Карты okay. ждут тебя. Она ведьма? Типа того. Тебя ждет много секретов. Секретов и лжи. Тайные пути, которые я могу открыть. Что скажешь? Помоги помочь тебе. Помоги помочь тебе. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Нет. Ну, может, это был только пролог. Окей, от этих персонажей мы избавились. Самое время новых персонажей. Рофман, привет. Вот, вот новый персонаж. Привет, Рофман. Глава 1. Hate Quarry Forever. Forever? Навсегда было что лучше написали, чё? Forever. Такой молодежный сленг, ты смотри. Молодежный сленг 20-летней давности. Forever. Мне кажется, нас либо во времени вперед кинуло, либо во времени назад кинуло. Какао. Пока. Покеда. До встречи, народ. Да, Hagen's Quarry Forever. Знакомое лицо. Столько сердец разбивается сегодня. Прям чувство апокалипсис. Ну да, но это ведь дети. Как-нибудь переживут. Ага, как ты, Эмму. Что? Да это ведь совсем другое. То есть ты не поэтому надутый? Да не над... В смысле? Она умерла? Ты, говорит, ее переживешь. Чего? Ты, говорит, ты ее переживешь. Она умерла? Что? Тут и я. Мы с ней провели последнюю ночь вместе, и все норм. О да, и ты типа готов навсегда расстаться со своей милой бубочкой. Черт, ты это слышала? Бубочка? Шутишь? Тут стены из крысиного говна и палок. Ну все, хорош. Бубочка? Подожди. Хорош. Салют, Эмма. Хай. Бубочка. Так, это... Это может значить только одно. Бубочка. Ты слышал когда-нибудь раньше про глазомер? Не, глазомер для ботанов. Захвати последнюю пару сумок, плиз. Да, босс. Привет, Эмме, от меня. Вот ты сучка. Да, это факт. И это факт! Блин, так тупо, что мы здесь были только что. Если верить местной газете Nordkill Gazette, привет, а что, что ты слушаешь? Аудиокнигу. Так бобочка или вовочка? Или бубочка? Ага, сук, туда нельзя. Зачем нам бубочка, когда есть бутичка? Смотри-ка. Бутичка. М-м-м.
Не смей. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Не лучший момент. Можно музыку сделать потише, а то я что-то начинаю переживать, а они тут это... Какие-то сандраки успехивают. Из Диабло. Ох, зараза. Привет. Эй, вы мне сумками поможете или как? О, ну, такое дело, мы как раз ремонтируем... дверь, она... Ну, Дилан, она сломана. Пожалуйста. Я не могу. Блин, мне последнее осталось. Что с ней такое? Она сама Дилан, вызывает. Ты... Бро, прости. Да, спасибо. Да, тяжело, когда тебя говнюки окружают, да. А ты пытаешься быть более-менее нормальным человеком. Ты же стример был. Да. Где? Специальные возможности. Прицеливание. А, оно включено. Да, ну? Если мне вырежут звук за это, я обижусь. Вот этот графен на окнах. PS5. Дар. Какой нахер дар? Ужасы. Ненавижу ужасы. К рассвету они умрут, Чак Марвин. Было бы желание, Орсон Линч. Пушки нагло. Роман Бойл. Самые странные факты в мире. Джинни Адамс. Окей. Кровавое письмо. Когда волны отступают. Да волны подступают. Ло. Когда волны подступают, отступают. Летняя резня. Убри к полудню. Там так много книг-то не было, алло. Жилец, побег из леса, хребет смерти. Звучит как хребты безумия. К северу от Нордкила. Монстры-убийцы. Потрясающе. Не делай этого. Вскрытие, свидетель. Мне кажется, у них просто это. Давай сделаем полку с ужастиками. Каждый назовет, и это имена типа разработчиков. Кто что придумал, тот то и написал. Да? В очередной раз, кстати, у них игра очень сильно отличается от вот этого, от роликов.
очень сильно. Это ролик. Ну все, сумки на месте. Круть, и все сам, да? Вот-вот. Ну да, привыкай. Боже, ты просто чудовище. Зато честная. А, ну началось. Так, ты ведь не все про вас, Сэм, и рассказала, сынок? Чудовище! Рутони чат переконнектился? Что? Это что еще такое? А, я понял. То есть, по-твоему, это я не все рассказал, да? О, Джейк, за такой вопрос может прилететь в нос. А, извини, отвлеклась на рифму и забыла, о чем. Не-не-не-не, ты как раз говорила мне, как ты запала на Райана. О. Стоп. Мы о Райане, инструкторе, сексуальном, мрачном одиночке, который вообще не в моем вкусе? Думаешь? Так, сексуальном, да? Вообще чистый секс. Конечно. Слушай, мы с девчонками в комнате еще на второй день все решили. Первый Райан, потом я, потом Дилан, Эмма, Эбби. Так-так. Ник, мистер Хэ и... Ага, ты почти закончила. Да, продолжай. Нет, это все. Все здесь. Самый... Ты что, самый несексуальный? Так и что, она реально тебя бросила, да? Ну, не знаю. Она такая, как мы будем, разные колледжи, все такое, бла-бла-бла. Ну, а я такой, ну, знаешь, давай попробуем отношения на расстоянии, бла-бла-бла. Она такая... Джейкоб. И зыркнула тогда. Ага, типа пипец. Да уж. Не хочу расстраивать, но ты поселился у нее под каблуком. Вот как она это делает? Как вы это делаете? Вот? Как вы это делаете? А что, не, а что ты мне тут? Это не я. Чего? Проверка чата. Я не против. Чего? Ну, давай реально смотреть на вещи. Она права, это был летний роман. Что из него могло получиться? Ну, прикинем. Любовь, стабильность, помолвка, свадьба, дом, ребенок, интрижка. Ребенок, развод, раздел имущества, одиночество, алименты. Да? Внезапное примирение, пустое гнездо, пенсия, внук, внук, внук. А, дом престарелых и, наконец, смерть в объятиях друг друга и похороны в таком же виде. Типа как скелеты, которых раскопали в Риме. Ну, угадала? Ой, нет, это про нас с Райаном. А, сейчас, 5 секунд. А, вот. Про тебя минет за рулем. А, не, это в списке вообще. Ты, блядь, видел, как он отреагировал на это? Ну, я не против, в принципе. Всех мужиков. Приемлемо. Red Blazer. Так, мне просто интересно, а это ведро с гайками вообще куда-нибудь поедет? Посмотри, надеюсь. Еще одна ночь под открытым небом меня доконает. Эй, что нас не убьет, сделает сильнее. Тебя я не убила. Там не так было. Пока, но тебе не помогло. Слышь, заткнись. Я начинаю думать, что они сойдутся. Так, ну... Чего? Чисто теоретически, если представить, что я полный мудила, и я решил сломать фургон, чтобы мы тут остались еще на ночь. Как именно я бы это сделал? Наверное, сломал бы бензопровод. Или вырвал бегунок трамблера. И да, ты был бы полным мудилой.
Ясно. А, слушай, а как выглядит бегунок трамблера? Как бегунок, который вращается? Ну, под маленьким черным колпаком с проводами. Джейк, ты же понимаешь, что даже если мы тут застрянем, еще одна ночь с Эммой ничего не изменит. Поверь, она все решила. Да. Да. Ну вот и проверим. Чего, блять? То есть, окей, ладно. Типа, для нас это объяснили. А нахера? Ты сам только что сказал, что забей. Это был просто... В смысле забрать? Подожди, что? Что? А за... Чего, блять? А. То есть, выбор без выбора. Но я могу предвидеть, чем этот выбор может обернуться. Если мы словами бензобак, то бензина у нас больше не будет. А если забрать тумблер, то, ну, его можно назад вернуть, нет? Давай тумблер заберем. Не будем ничего ломать. А можно было ничего не делать? Идем со мной, дружок. Верну на место завтра. Все будет норм. Эй, чувачки! Чего у них рожи такие хитрые? Эй, Джейкоб! Что? Нет, не надо! Стой! Стой! Лови! Оу! Ник! Дураки, что ли? Бум! Оу! Полетел! О, чувак, красавчик! Фрик! Жаль, у меня нет баксов. Блин, со всех сторон, придурки. Чё это за чел в серой футболке? Где-то я его видел. Я ценю фишку про ноль технологий, но как же приятно. Мистер Хэм мог бы и подзарядить наши телефоны хоть немного. А сам ты не при делах, да? Знаешь, его лучше отложить для особых случаев. А быть брошенным сюда подходит? Кому-то какой-то из какой-то группы, что ли? Музыка. Чё-то лицо прям знакомое. Мне хоть что-то перепало. Ну, зато мне этим летом хоть что-то перепало. О, черт, он нас уел. Знаешь, может, не все хотели с кем-то замутить? Все, давайте уберем свои пиписьки и продолжим сборы. А где остальные? Да откуда мне знать? Иногда ты знаешь больше, чем я. Ник, я даже не знаю, как на это ответить. Скажи, Ник, ты намного умнее меня, ты горячий мачо, который уломает любую. Ага, размечтался, сынок. Внутренний мистер Никрайт проснулся. Ага, размечтался, сынок. Эбигейл. Вот я ждал, когда чат зависнет. Так. И он завис. Тя, минут, секунду. Я просто то сообщение приходит, то что-то приходит, хер пойми. Единицу в чат, если чат работает. Ой, какое у меня лицо красивое. Ну, вон еще художник. Я люблю. Чат вижу. Ну, привет, подружка. Привет, подружка. Все,
Официально синдром пустого гнезда. Эмма. Дай пять, красотка. Подожди, Эмма это бубочка? Боже, тебе вот-вот вернут смартфон? Пойдем возьмем свои сумки и свалим навсегда из этого отсталого комариного болота. Дверь закрыта, а сумки внутри. Сука. Да. Ну, по-моему, план действий очевиден. Найти ключ? Вершить свою судьбу. И под этим я имею в виду... Чего победить этот закрыто? Дурацкий замок и забрать свои сумки. Ладно, давай. Надеюсь, нам не влетит. Я никому не скажу. Мистер Хэкет узнает. Что-то мне кажется, ну Эбигейл гораздо бубочней. Ты тут видела медведей? Нет, но это не значит, что их нет. Аргумент. Угу. Ну ладно, поехали. Видишь суслика? На счет три. А он раз, есть. Два. Три! Кутые даже не умеешь. Самое главное, мыслить позитивно. Зачем я тебя слушаю? Я всегда права. Ты уверена, что подумают на медведя? Боже мой, да расслабься, мы никого не убили. Ладно, так, я еще раз быстро осмотрюсь, чтобы мы точно ничего не забыли. Ну что, вперед? О, Изи его любила. Я хочу поиграть! Не, оставайся лучше здесь, уродливая хрень. Могла бы просто оставить и ничего не говорить. Чё обязательно Чего? Нужно говорить, что это уродливая хрень, что за бред? Странно.